Очень много и международных экспертов, которые сюда будут приезжать, они используют специфическую терминологию. Конечно, у нас много есть переводчиков, людей, которые говорят на английском языке, но они не знакомы еще с такой специфической терминологией. Вот именно вот этот курс именно нацелен на то, чтобы создать группу специалистов, переводчиков, которые будут ознакомлены с этой терминологией, ну и в состоянии будут организовывать соответствующие конференции на международном уровне, также рабочие, не знаю, работу рабочих групп, проведение соответствующих тренингов, ну и это обеспечит, как скажем так, нарастить потенциал Украины в рамках программ противоминной деятельности. Это будет первый проект, который будет организован в Украине, и по результатам этого проекта, конечно же, оно будет реализовываться даже в других странах.